Прорывная разработка группы компаний RTI изменит представление о безопасности, комфорте и скорости досмотра пассажиропотока. Комплекс безостановочного скрытого досмотра в местах массового скопления людей может использоваться для транспортных пунктов, стадионов, а также при проведении культурно-массовых мероприятий. Комплекс позволяет дистанционно обнаруживать и сопровождать людей с оружием, наркотиками, взрывоопасными и запрещенными веществами. Люди проходят через три уровня досмотра для обнаружения всех видов угроз. На первом этапе определяются координаты опасных объектов с выделением людей в потоке. На втором этапе выявляются формы опасных объектов и распознаются при помощи искусственного интеллекта. На третьем этапе проводится идентификация химических веществ. Сотрудники службы безопасности мгновенно получают фотографии лиц с запрещенными предметами с указанием их формы и расположения на теле. Принцип действия комплекса основан на безопасном миллиметровом и терагерцовом излучении. Свойства волн позволяют скрытно разместить оборудование за радиопрозрачными стенами коридоров. Комплекс имеет высокую пропускную способность и проводит досмотр без остановок людского потока. RTI – создание интеллектуального и безопасного будущего для человечества.